Если сейчас ты подтягиваешься 5-10 раз, а хочешь делать больше, то ты открыл правильное видео, потому что сегодня я познакомлю тебя с методом протаптывания тропинки, который позволит тебе увеличить количество подтягиваний всего за один месяц тренировок. Этот метод был разработан Павлом Цацулиным для тренировки силы, а как мы знаем, на небольшом количестве повторений именно сила, а не выносливость, являются ключевым фактором. Суть метода заключается в выполнении большого количества подходов, но с небольшим количеством повторений в течение дня. Допустим, для примера, что твой максимум сейчас 10 подтягиваний, из них 5 ты можешь делать абсолютно спокойно, и если слезешь с турника, будешь чувствовать себя свежим. Это важный момент, о котором я расскажу чуть позже. Так, для простоты учета, допустим, что в сутках у тебя есть 10 часов активности бодрствования, в которой ты можешь выполнять подходы. Таким образом, если ты будешь каждый час делать по 5 подтягиваний, то к концу дня ты выполнишь 50 подтягиваний, то есть в 5 раз больше, чем твой максимум в одном подходе. И если таким образом ты будешь тренироваться месяц, выполняя подтягивания каждый день по 10 подходов по 5 повторений, то увидишь, как вырастет твой максимум в одном подходе. Важный момент. В каждом подходе ты должен стараться выполнить как можно больше повторений, но при этом оставаться свежим и не пытаться вымучивать из себя подтягивания дальше. Потому что иначе ты просто не будешь успевать восстанавливаться к следующему подходу, и метод не будет работать. Это очень простой и эффективный метод, который работает по тому же принципу, по которому работает протаптывание тропинок в лесу. Если какой-нибудь человек пройдет один раз по маршруту, то трава просто немножко примнется. Если за ним пройдет еще несколько человек, то трава примнется сильнее, а кое-где даже начнет проглядывать земля. А если по этому же маршруту каждый день будет ходить огромное количество людей, в нашем примере, допустим, 50 человек, то очень скоро трава в принципе не будет там расти, будет голая земля, ему будет очень удобно ходить. То же самое происходит и когда ты делаешь большое количество подходов в течение дня. Только вместо протаптывания тропинки ты укрепляешь свои мышцы и развиваешь нейромышечную связь. И поскольку сейчас твой максимум относительно невысоко, составляет всего 5-10 подтягиваний, то этот способ отлично поможет тебе развить силу. Обязательно попробуй его и напиши в комментариях под этим видео, какой у тебя максимум сейчас, а через месяц какой у тебя новый максимум стал. Я уверен, что результаты очень тебя порадуют. Если тебе понравился этот ролик и ты хочешь поддержать наш канал, загляни на страницу проекта на сайте Patreon. Ссылка в описании.